Юра, добро пожаловать в Россию, с возвращением. Какие эмоции, как долетел? Спасибо. Прекрасные эмоции. Последние, наверное, 10 минут, когда смотрел, пока мы спускались, было так очень приятно, потому что я уже 2 года не прилетал в Россию, так как я нахожусь сейчас в клубе в Греции. Поэтому очень-очень приятно приезжать обратно. А когда 2 года назад приезжал, так встречался с друзьями, отпуск был? Да, да, по делам больше, всяким делам простым, каждодневным. Год назад на вопрос о возвращении в сборную ты ответил, что ждешь вызова и мечтаешь об этом. Вот какие эмоции были у тебя, когда узнал о том, что попал в список? Ну, конечно, положительные эмоции, потому что те годы, которые были после того, как я уехал из России, были сложные. Хорошие для того, чтобы набраться еще больше опыта. Поэтому, конечно, я рад после 8 лет возвращаться в сборную. Для меня это очень важно. Я к этому и стремлюсь, так сказать. Поэтому. Изначально в списке было 3 вратаря, потом, получается, получил вызов ты, стал 4-м. Как вообще там позвонил Виталий Витальевич Кафанов? Как это произошло? Можно сказать подробнее? Да, мне позвонил Виталий Витальевич. Честно говоря, я не ожидал, потому что я увидел уже список 3 вратаря. Поэтому я подумал, что все, уже. И он мне позвонил, говорит, ну, ты приезжаешь. Я говорю, а как, список же вышел? Он говорит, нет, вот ты 4-й, поэтому приезжай. Вот я здесь. Тебя давно не было в сборной. По кому и почему больше всего соскучился? Честно? Ну, наверное, по футболке, по эмблеме. Потому что я мало кого знаю сейчас уже в сборной. Там уже с ребятами познакомимся. Ты будешь одним из самых возрастных, точнее, даже самым возрастным игроком на сборах. Да? Да. Будет ли дедовщина с той стороны? Что будет? Дедовщина. Нет, я не такой. Я больше поддерживаю. И у нас же один план, одно дело. Ты сказал про то, что соскучился по футболке с эмблемой. Недавно сборная представила новую форму. Mm-hmm. Видел, как она тебе? Да, немного видел, но надо ее сблизи пощупать, посмотреть. Самое главное. Так, с фотографией мало что можешь разглядеть, но красивая, красивая. А ты говорил о том, что умеешь неплохо рисовать и хорошо танцевать. Да. Сможем ли мы на сборах снять видео, где ты танцуешь? Ну, это посмотрим. Ты же сам сказал, что я возрастной. Это надо помоложе ребят заставлять такое делать. Я могу показать 2-3 движения, а ребята будут повторять, допустим. Как, да, как наставник, так сказать.